А, блин, долго-то. Там кусочки весело. Кусочки дольше. Кусочки сколько там? На 40-й или 45? Сколько там, я забыл. 40 ты сделал. Да. Ну, гладиатор примерно столько же, может, чуть меньше. Ебашь. Во что играть, блин? Давай кусочки разок, я вас разъебу. Ладно, давай. Вот это и пугает, блядь. Ничего еще, конечно. Мне ж зеленого надо ставить, или какой? Да. Знаешь, это кусочки. Не поебать во что. Играть значит играть, да? Нет, страдать. Это описание не делал, да, Данил? А в принципе, зачем? И городов не расставил. Ну, количество городов. Ну что, можно, блядь, сделать? Сейчас, подождите, это... Какое-нибудь интересное описание. Блять, еще бы ты сделал, чтобы Алины все видели, вообще бы заебись. Ну. А ты что-то добавить хотел тут Алинам, нет? Да. Я добавлю, наверное, какая-нибудь. Ой, я цвет уже не рад, блядь, только зимой нахуй. Хуйня. А, блядь, мы уже начали. А кто красный? Алекс? Я красный, да. Хуёвые дела. Вот все, ты понял, как центральный город застраивать? А Даманур можно тут вызывать, не? Да, понял. Нет, отлично. Нельзя. Я уже забыл тут, когда идет этот спам, блять. На второй, да, или на какой там? На второй. На четвертый, да? Ну, что-то там... Ох, сука. Ну эти, блядь, и мои войска-то появляются. Алиновские. Кто пошли два мудака, блядь, суки, пидорас. Не, слышно, вот эту ичпом карту сделал. Карту угарную сделал, да? Ну вот это. Видел, да? Мне подработать надо. Подработать надо, но... Ну, что-то вот... Очко горит, знаешь чего? Вот с того, что вот Red Player, Huyet Player, вот это вот... нет имен, блядь, нормально. Лацио, Куяцио, вот эти все, блядь. Были бы нормальные. Это что, суцедники? Ну эти. Нужно, чтобы работало, короче, чтобы ник отображался, вот в... когда ты это, блядь. Вот я тыкаю на здание, у меня показывают там, блядь. Ну это типа счет надо включать. Темные Алины. И один вот счет. Блядь, отлично. Red, blue, green. У, сука, у, бля. Вы никогда не задумывались, откуда взялось темное стекло? Да не. Сам его пройдет. А я вот знаю ответ на этот вопрос. Только вам пока еще его... А вам стекло пока это тот же самый песок. Просто аморфное его состояние. Так-то, мол, бишь, бля. Пока этот секрет не будет раскрыт. Он у меня уже написан, но пока я не буду раскрывать, потому что это будет неинтересно. Ну да, конечно. Для меня это я просто... Страницу написал, что ли? Ну да. Бля, ну тогда тут радости. Там получается, ну, вкратце, инсайдерская информация. Там, короче, три истории про Алинов, Котлов и Винчи. Ну,
про некоторых героев там. Вот, и события истории, короче, до событий игры, ну, типа, за много лет. И это у Алинов, у Котлов, получается, уже во время событий, то есть параллельно с событиями игры первой, типа, компании, там, как Джакома ходит, там, блядь, захватывает все это. И события про Винчи уже после того, как он помер. Вот, там есть герои. Все вот эти вот секреты раскрываются. Ну, я вот, например, придумал, как, почему у Квотлов работает. Как пушка, допустим, работает солнечная. Как что. Все вот это объяснил. Мои ребята появились. 4.5 минуты. На 4 они вроде появляются. Потом на 8, а потом на 10, потом каждую минуту. По-моему, так, не помню. Бля, прикольные ребята. Шагатели. Хорош, блядь. Ой, радиус. Охуенная пизда-то. Ну какая-то радиус хуйня. Радиус 9. Какая хуйня? Хуёвая? Да. А чё, бывает другая? Ну, ультарнус. Ой, минус 3. Нихуя, чё вы там, блядь? Беснуетесь. А, ты это, захватываешь стан или что там, блядь? Стан, я смотрю, захватываешь, да? А, не, это цитадель. А вот это здесь стан. Вроде цитадель, да? А кто там захватывает? Красный или кто? Или синий? Синий. Ты откуда видишь? Ну, я вижу не вот этот стан. О, это, блядь, промышленное. Промышленное, когда даешь. Ну, там, типа, не полная чернота, я, типа, вижу всю хуйню. Тени вот эти все. Вот это здание тоже неплохое, с него идет там, блядь, пехота она. Хуен. Кто там сербает, блядь? Суммон армия. Да, я его уберу, наверное. Сломаю. Я хочу сделать, чтобы там кнопки были. Куда направлять армию. Слушай, чё, а где станы, блядь? Ты убрал их? Не, они там чё? Есть. А я что-то не могу, что-то не вижу их. Что за хуйня? Там две, блядь, эти хуйни. А, ёбаный урод. Всё. Так, проебал что-то. Не ту хуйню выбрал. А ты в суммон армии что-то хочешь добавить? Или просто их убрать? Я уберу, наверное. Мне что, идти захватывать эту херню? Да. А я успею? Постараюсь. Это важная хуйня. Ну, не сомневаюсь. Я им даже сказал. Найс. Надо летающие пушки сделать. Как этот скидывает скрин, там караван такой на земле, блядь. Хули он, говорит, у меня не летает. Да это он, говорит, устал, блядь. И хуя что там пропал? Не знаю. Ты вот шутку рассказывал, блядь, если что. А, и пропал, да? Ну я говорю, блядь. Шутку рассказывал, смешно не стало. Да я говорю, блядь, этот. Ичпомп там или кто, блядь, скидывает скрин. Ой, бать. А там это самое. Ни хрена там. А, так ты копил войска? Да я ничего не копил, там, блядь. Там первые 6 отрядов всего лишь. Ну вот эти петухи. Смотри, реально копит, блядь. Потом он залпанет.
Да, да все разом будет. Так, вы готовы, герой, дети, блядь? Чё, надеюсь, вы уже призвали героя. Джакома, заебись. По всей толпе, да и все. Смотри, как охуенно стоят. Ой, блядь, дурачки, сука, построиться не могут, нахуй. Дисциплина хромает, блядь. О, заебись, вот так хорошо. Я бы сказал... Найс. Ну ничего, у меня же 22 золота, так что заебись. Я как город заберу. Чё за хуйня, ёбаное всё. Ебать. Ну как, где мои станы, блядь? Падла, умри. Хорош. Смотри, блин, а время-то идёт. Вот, изи. Изи, изи, изи. Говню. Наготове просто, блядь. Вечная тюрьма, нахуй. Блядь, КД большое еще ждать, ебануться. Так, one unit prison, нормально, заюзаюсь, чё? Куда ты уже разъебал мне войск, блядь? Сука, стой, падла. Да ты заебал, блядь. А чё, второе? Да у меня там станов дохуища. Да не, а ты синий или зеленый? Я синий. Скоро он там сдохнет, этот ебучий дракон, блядь. Разъебал мне всю пехоту, блядь. Ну-ка, съебаемся, пацаны. Уезжаем от него, а то сейчас раздавит. Да, ёбаное все. Нет! 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 Герои, в атаку! Красиво. Это печально. Это печально. Просто охуенно. Так, стеклянный сердцеед, блядь. Ну, добро пожаловать. Так. Я думаю, у вас только одно промышленное уничтожение сейчас есть. Герой уровень 2. Сейчас посмотрим мы на вашего героя. Ну что, ребятки, в атаку? Или еще подождем? Ну что, подождем еще? Для гарантии. Как там сталкеры говорят. Лучше подожди. Сука, чё за изматывание? Ну-ка, съебались. Нормально. 0,25 секунды, блядь. Интересно, оно суммируется, наше общее изматывание? Не, нигде. По-моему, нет. Хорош, ебать. А чё, я всех выбрал? Все или нет? Сколько их там, блядь? Я даже цифру не вижу, сколько у меня шагателей, блядь. Ладно, вперед, ребята, заебали. Заебали стоять. Ёб твою мать! Это законная хуйня? Зеленый косты. А чё кастовать? У меня нихуя нету. Вот это. А, сейчас. Это хуйня, конечно. Ёбаный в рот, чё это? Сука. Да толку от этого всё равно мало. Нормально. Мне кажется, нормально. Нет. Ты не пройдёшь. Сука. Всех разъебали. Ну пиздец просто. Хуя замес, блядь. Нормально. Ну-ка давай-ка вот этого красного петуха ебаш. Ну давай, давай. Давайте. Скинулись в него, ребята, по топорику нахуй. Разъебываю. Давай. А это что за хуйня? Настроил. Хуйню какую-то построил, сука, что за хуйня? Блять, мало уже нас осталось. Пиздец. Надолго тебя хватило. Ах, блять, просто... там эти херни появились, Данил, в ТУ. Да, я увидел. Да это хуйня, можете не беспокоиться. Ничего страшного. А где именно? Да. Ага. Ready for battle.
Ну что, ждем пару драконов, да? Нормально будет. Ага. Точно. Молот тоже разъедем. Мне бункер где лучше ставить? По центру? Точно, надо бункер ставить. Нихуя. Это ты как-то неправильно город перестроишь. Ты должен был вот тут все нахуй закрыть городом, а тут слева застраивать. И вот там щель была бы справа, ты бы там бункер въебал, короче. Щель. Ну, твоя крепость, скорее всего, сейчас помешает. Она, блядь, прям на пути района. Твоя крепость должна быть там, где щель. Я крепость вообще не строю. А, ну, зеленого крепость, ладно. Так, не пиздите. Блядь, хуёвый отряд какой-то. Шесть ебучих этих стрелков, блядь. Ебать. Pocket Factory. А, это поставить можно. А это... Pocket Factory. О, ещё подкрепление. Pocket Market. Pocket Factory. Pocket Factory. Pocket Factory. Pocket Factory. Pom, pom. Может, снабжения не будет? Снабжение Satisfaction. Чё говоришь? Машин с ножем снабжение заедет. А зачем ты так далеко этот лабораторию ставишь? Че нет? Какую? Чтоб не разъебали. Мне кажется, это излишне. Пускай, блядь, там пизды получает. Узнаете, как в этом, как в Матрице, короче, Морфеус бились с Нео в этой, в программе симуляции. Ага. И там, короче, Морфеус такой, ну, типа, рукой машет, типа, иди сюда. Вот я также встал, и ты, Алины, вам рукой машут, ну типа, идите сюда, ребята, сейчас мы проверим. Черти ебаные, да? Да. Нихуя их тут появилось, ебануться. Нихрена, блядь. Писит, они уже... Эй, Одя... Ой, а я пойду на свою сторону, короче, до свидания. Да. Ебать, их там много, нихрена, смотри, вся карта заполнена, блядь. А, это, короче, ты пушечное мясо создал здесь, да, Данил? Где? Ну, вот это вот, блин. Падшие механики, не забыл, как они называют. Да, да, это. Блять, не заморозил нас. Стан есть? Давай стан. Что-то благо. Конечно, столько юнитов накопилось. Блять, они мне сейчас тоже ходят просто. Так, мама. Во, слетела бронька. Ба, там уже пушки пошли, серьезно. Можно сюда чуть-чуть кинуть? Только так. Ох, ебать, тут, конечно, натиск осидеть. Мне что-то все кончилось. Резко, да? Да. А вот появилось что. Бля! Сука! Забил, как?
Ни хрена, бля, мы не вытянем, серьезно. Там что-то не подготовились. Да он копил войска просто жестко вообще. Он копил. Да кого там, блин? А, один раз только. Сначала там разъебали и потом одну пачку. Оно типа не выделяется все. Ладно, тоже проехали. В смысле, нахуй я продолжу. Чё, точно? Чё там, саны, големы? Да. Охереть. Да, тут надо, конечно, войск побольше создавать. Ну чё, давайте заново. Че, еще раз? Да, не знаю, я живу нехорошо. Ну давай. Ну то я думал, у вас молот дожи уже там на 15 минуте будет. Давай я в центре. Ну давай.